подъехал. 50 тысяч рублей! Секунду. 300 тысяч! Это тебе Беркут! Здорово всем, ребята! Богатая жизнь на проводе. Прямо сегодня мне на моем стриме закинули очень большую сумму денег. Вы просто не поверите, потому что она настолько большая, что вы просто будете в шоке. Поэтому, если вы стоите, то лучше присядьте. Ну и, конечно, ребята, прямо сейчас прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Поехали! Everybody dance now, tits, 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 tits. Если прямо сейчас мне выпадает рарка, это означает то, что я бот галимый. Но если мне падает аркана, это означает то, что бот галимый — это разработчики. Не понял? Не понял? Тысяча рублей! Обнял! Егорка, Егорка, лучший! Егорка, брат, лучший! От души, от души, от души! Просто всем чат, хэштег Егорка Топчик, Егорка, брат. Ну что тебе могу сказать? Брат, я тебе дарю вот этот М110 Кибер. Ты его заслужил, Егорка Топ! Егорка, топ, брат, 1000 рублей, обнял тебя, обнял, обнял. Так, ну чё, пацаны, погнали дальше. Прямо сейчас я скрафчу АКРТХ. Да-да-да, не удивляйтесь, я готов. Я готов на это. Дамы и господа, мне понадобится купить прямо сейчас 10 легендарок. Сколько? Они стоят 400 голды. Да вы адекватные. Вы адекватные. Откуда такие цены? Вы видели, блин, нищих бабушек и дедушек? Я видел, я сам один из них. Ничего себе цены! Обалдеть, конечно! Зачем он нам нужен? Да наш подъехал! Понял! Егорка! 5000 рублей! Егорка, ты тот! Егорка, брат, когда у меня будет сын? Я его назову в честь тебя! Горка! Горка! Брат! Ты лучший! Просто давайте все вместе! Егорка, топ! Егорка, топ! Егорка, брат, понял? Скрафти меня здесь. Егорка, брат. 5000 рублей, это прикалываешься, брат. За 5000 рублей можно было целый завод прокормить. Брат, спасибо тебе большое, мне реально очень приятно. И прямо сейчас, дамы и господа, что мы делаем? Что мы делаем? Как вы думаете? Мы прямо сейчас и прямо в эту секунду идем крафтить генезис. Не, если Егорка сказал. Если Егорка сказал, это надел. Егорка, это наш повелитель. Егорка, брат, хорошо, понял, принял. 5 минут later. Так, а ВМ Генезис, это у нас Rival коллекция. Значит, нам нужны Rival легендарки. Все, Егорка, брат, мы все поняли. Сейчас все будет, Егорка, не переживай. Rival коллекшн. Все, Егорочка. Брат, прямо сейчас. Сейчас крафтим, Егорка. Да даже не переживай, брат. Все, берем и покупаем сразу 10 штучек. Ребят, пожелайте мне удачи. Надеюсь, крафт будет хорошим. Я скрафчу реально генезис, как нам приказал великий Егорка. Так, рынок, как обычно, завис. Ну, давайте перезайдем. Дамы и господа, уберите детей от экранов. Хотя не убирайте, а кто меня будет смотреть тогда? Ха! Так, ну что, пацаны, все готовы, да? Погнали, небольшая разминочка, небольшая разминочка. Куда без этого? Опа! Погнали, мужики! Сейчас будет генезис, тупо чекать, да. Я честно могу открыть, пацаны, смотреть. Тактика, тактика легкого пальца. Посмотрите, насколько он легкий. Вы не видите, потому что палец молекула. Опа! Нажимаю, нажимаю и... Блин! Ладно, ладно, не повезло, не повезло. Ничего страшного, ребят, нет пробития, нет пробития. Попытка номер 2. Блин, Егорка. Кажись, твои челленджи очень дорого обходятся. Но, ребят, если Егорка сказал, надо выполнять. 5 минут later. Как говорится, за Егорку и двор бью в упор. Егорушка, братик, ради тебя, ради семьи. Хотя Егорка есть моя семья. Ну что же, мужики. 3, 2, 1. А вы, Генезис, Генезис. Да блин, куда? Куда? Второй раз подряд. Ни стыда, ни совести. Что за молодежь пошла? Да куда мне этот UMP-генезис? Еще мне третий раз делать крафт или еще? Егорка, брат, дай шанс. Я не хочу делать крафт. Егорка, пощади, только не крафт. Давайте сейчас, ребята, один кейс человек откроем. А вдруг мне повезет? А вдруг? А вдруг аркана выпадет? Нет, блин, аркана не выпала. Обратно М110 Кибер. Не, ну это не норма. Я, конечно, все понимаю, пацаны, но это не норма. Это уже не смешно. Ну, пожалуйста. Ну, дайте мне хотя бы одну арканочку. Обратно эпик. Это просто капец. Я на крафты потратил очень много голды. Что, понимали? Что, понимали? Я в минусе на 200 голды с каждого крафта. Это просто капец.
На 200 голды. Донат подъехал. 15 рублей. Егорка! 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 Брат, ты лучший. Огнём пропилял. Егорка машин. 15 000 рублей. 15 косарей. Брат, можно было целую Африку накормить. Но ты взял и скинул мне. Брат. Брат, у меня чистой футболки нету. Я возьму майку. Брат, ну это моя любимая майка. Ща, 2 секунды. Вот эта майка. Первый раз, когда я надел эту майку, брат, я познакомился с Анеткой. Первый раз, когда был в этой майке, брат, я записал свое первое видео на YouTube. Первый раз, брат, когда я был в этой майке. Я был в этой майке. Я мне даже родился в этой майке. Но если Егорка сказал... Егорка, брат, я рву эту маечку, брат, ради тебя. Просто знай, Егорка, брат. Егорка, ты лучший! Блин, почему еще тяжело? Ты что, пацаны, сейчас порвем, не переживайте. Все под контролем, все под контролем. Ребят, за Егорку и двор бью упор. Сейчас, пацаны, порвем. А ну-ка, ого. Ничего себе, крепкая маечка, ого. Егорка, брат, не все. Ого. Брат, жизнь боль. Я тебе скажу так, жизнь не такая простая штука, как кажется. Она готовит для нас всякие трудности. Но мы должны вместе с Егоркой их проходить. И первая трудность — это порвать эту майку. Она не рвется, Егорка, брат. Ради тебя. Ого. Все, Егорка. Обнял, брат, обнял. Мы с ней расправились. Еще раз, все напишите в чатик. Егорка, ты топ. Все в комментариях, все в чатик. Егорка, ты топ. Егорка, ты машина. 5 minutes later. Подъехал. 50 000 рублей! Егорка! Пацаны, вызывайте санитаров! Егорка, брат, ты что творишь? Ты что творишь? Завтра мамка спалит, брат Егорка, и пропишет тебе с ногтя. Егорка, не надо так. Если мама увидит, что я карточку взял, братан, потом тебе будет ай-яй-яй! Егорка, спасибо тебе большое. Если без шуток, ты просто машина. Ты просто... Я даже не знаю, тебе нельзя писать словами. Брат, ты молекула. Ты молекула! Но, брат, не просто молекула. Ты молекула. Масленка. А как ты знаешь, маслята топ-1 клан в мире. Потом, брат, ты лучший. Я просто не верю. Просто традиц. Продай всем аркан. Ты, Егорка, вообще есть карточка? Всем, брат, я могу 100 аркан продать. Брат, продаю. Только, братух, без обид, я продам, ну, не самые дорогие арканы. Потому что, ну, я... Ну давай, давай просто, я продам не самые дорогие арканы, потому что, брат, сам пойми меня. Не мы такие, жизнь такая. Начнем, ребята, с UMP 45 бист. За Егорку и двор бью в упор. 003. Егорка, брат, спасибо тебе большое, то что ты такой хороший человек. Как первая аркана пошла, аркан номер 2 тоже за 03. Ради Егорки, ради семьи. Все, продал, кому-то повезло, да? Егорка решил сделать этот мир более добрым, более счастливым. И кому-то повезет, кто-то словит аркан из-за 03. Возможно, этот кто-то собирал всю жизнь на эту аркану, и он ее словит за 03. Просто представьте, да, какой подарок от Егорки. Егорка, брат, ну ты машина. Так, 3 аркана ушло, надо еще 4 аркана. Блин, Егорка, даже не знаю, что бы продать. Брат, и что ты не думал, что продаю самые дешевые арканы? Потому что я не такой. Я не такой, брат, я продаю P90 Самурай. И опять же за 0.03. P90 Самурай, ты, конечно, красивый скин, но Егорка лучше. 5 minutes later. 5-7 вином, это был мой самый любимый скин. Они мне были дороже, чем Крамбит Голд, но ради Егорки я продаю за 0.03. Так, все, скин улетел, это уже 5-й скин. Дальше, скин номер 6. И прямо сейчас будет 7-й скин. Егор, если ты видишь, наворачиваются слезы на глазах. Но, брат, это слезы радости, потому что Егорка топ, Егорка топ, Егорка топ. Красава, Егорка, брат, все, продал, охрана отмена, все, брат, продал. Вот этот скин продал за 0.30, брат, надеюсь, ты не в обиде, ну, немножко перепутал, нолик забыл. 300 000! Это тебе уберкан! Егорка! Егорка, ты что творишь? Егорка, братан, ты еще банк ограбил или что? Откуда у тебя столько денег? Егорка, расскажи, брат! На криптовалюте поднял или на чем, брат? Расскажи. Обалдеть! Я просто в шагах! Откуда у Егорки сколько бабла? Егорка, ты лучший, брат! Завтра я лечу в Шри-Ланку, брат. Я попрошу, чтобы пилот был именно Егорка. Чтобы все посетители самолета, на котором я буду прилетать, тоже были Егорки. И чтобы в отель, в который я прилетаю, тоже его переименовали в Егорку. И все, и весь персонал тоже были Егорка. Егорка, ты просто, что ты творишь? Что ты творишь? Егорка, спасибо тебе большое. Просто это сердечко для тебя. Сердечко в чат, пацаны, прямо сейчас.
Сейчас вот аркана за Егорку и двор. Выбиваю аркану в упор. Поехали. Опа, нет пробития, нет пробития. Егорка, сейчас с тобой, брат, не переживай, не кипишуй. Все нормально, сейчас будет аркана 100%. Я не знаю, если Егорка закинул 300к, а что дальше? А что дальше? А что реально дальше? Я не знаю. Егорка, ты просто сумасшедший. Спасибо тебе большое, мужик. Мне реально очень, очень и еще раз очень приятно то, что Егорка, твой топовый подписчик. Ну, блин, где аркан? Так, три кейсечка прошло мимо. Арканы нема, ну сейчас будет, ребят. Думаем, легаси. Я тебе приказываю ради Егорки. Выпадет. Сейчас почти выпадет какая-то аркана. И когда аркана выпадет, мы ее переименуем в Егорку. Неважно, что это будет. Это будет Butterfly Starfall или еще что-то. Эту аркану отныне будет звать Егорка. И все мои подписчики будут тоже называть Егоркой. Сейчас почти, сейчас все увидите. Сейчас выпадает аркана, и мы эту аркану в честь Егорки называем Егоркой. Блин, Егорка, ты просто машина. Только я что-то не понимаю, а что это Standoff 2 нас немножко обманывает? Standoff 2, ну ради Егорки. Ладно, ради меня, не надо арканы, ну ради Егорки. Дай аркану, ну хотя бы одну. Блин, ну если бы я был бы разработчиком, я бы сейчас AWM Treasure Hunter подкрутил. Блин, я не знаю, Егорка, спасибо, то, что из миллиона других стримеров ты выбрал именно меня. А где арканы-то? А где арканы? А где арканы? Аркан тебя нема? Не понял, аркан-то нема? Нет пробития, аркан-то нема? А где арканы? А где арканы? Standoff 2 решила вот так вот поступить с Егоркой. Standoff 2, как тебе не стыдно? Не, я еще удалю Standoff 2. Я еще удалю Standoff 2, потому что, ребята, после чего, что он сделал с нами, с Егоркой. Донат подъехал. 10 миллионов! Ага, люблю тебя, подождите. Стоп! Какие 10 миллионов? Какие 10 миллионов-то? Не понял. А ну-ка, ну-ка. Не, подожди, 10 миллионов. 10 миллионов, Егорка, брат, ты еще прикалываешься? Ты еще этот Илон Макс сюда, ты или что? Перелогинься, брат. Какой еще Егорка? 10 миллионов? А ну-ка. 0 рублей. Чего? Какие 0 рублей? У меня на балансе 0 рублей! Не может быть. Это Анетка, это... Это Анетка! Если это Анетка, мужики, с этого дня она не моя девушка, с этого дня. Это ты, Анетка. Это ты, Анетка. Это Анетка. Блин, пацаны. Я-то думал, хоть раз в жизни это кто-то мне закинул на квартиру. Ладно, ребят, я не расстроюсь. Анетка, это моя девушка, решила меня пранкануть. Вышло смешно, на стриме хороший онлайн, все хорошо. Только я нахрен где-то пока бедный. Анетка, ты мне больше не девушка. После таких жестких пранков я пишу: Анетка, Анетка, ты больше не моя девка. Все, вот так вот. Анетка, ты больше не моя девка. Все, мужики. Блин, я так обрадовался. Я уже в мыслях представил, как я купаюсь в сауне. Там миллион девочек, и я в центре. И меня, так знаете, прям в рот по виноградинке суют. Блин, эх, почему все, я обратно бедный. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Обязательно прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, ваш бедный Кент. Обязательно подпишитесь на мой инстаграмчик, там очень крутые фоточки и промокодики. Всех обнял, приподнял. А, и на мой ютуб канал подпишитесь. Всем пока.